Сегодня Оксана решила рассекретить устав своей семьи. Самойлова показала разделочную доску, на которой указаны правила ее дома. Законов оказалось 10. 1. Никогда не сдаваться. 2. Начинать новый день с улыбки. 3. Любить и поддерживать друг друга. 4. Всегда говорить правду. 5. Дарить объятия и поцелуи. 6. Верить в себя и чудеса. 7. Много смеяться. 8. Делать то, что нравится. 9. Оставаться собой. 10. Выполнять свои обещания. Избранница музыканта также сняла на видео, как провела утро с младшей дочерью. Малышка весело каталась на машинке в холле дома. Майя поинтересовалась у мамы, откуда та взялась. Оксана задала ей аналогичный вопрос. «Я из комнаты», — заявила девочка. «Обожаю эти высокоинтеллектуальные беседы», — отметила Самойлова. Светская львица недавно раскрыла свое интересное положение, но пол будущего ребенка держит в тайне. Ее муж мечтает о сыне, но уверяет, что будет рад и четвертой дочери. Старшие наследницы обрадовались грядущему пополнению в семье. Младшая пока не полностью осознает суть происходящего, но она за любой кипиш, утверждает Оксана. Майя недавно рассмешила родителей заявлением о недостатке еды. Девочка расплакалась из-за маленькой порции. Инстадива пожаловалась на младшую дочь, которая переживает возраст великой нехочухи. Самойлова показала изменившуюся фигуру в бикини. Она подчеркнула, что живот в этот раз небольшой, хотя ей уже скоро рожать.